Всем привет, господа! Сегодня месяц, как пчелки живут вот в этом улье. Хочу посмотреть, что они там настроили. Поэтому сделаем это аккуратно, не будем тормошить их очень сильно. Просто у меня там в нижнем люке открывается дверца, куда можно положить камеру и снять то, что они там наверху настроили. Это японский улей, он безрамочный, поэтому все достаточно просто. В обслуге, в просмотре его и так далее. Начнем. Есть у меня вот такой, это не экран, он плоский, видите. Это лампа для камеры. Вот. Я ее подложу туда и положу смартфон. Мы снимем на камеру, что там есть. Что там настроили мои маленькие сладкие строители. Я без защиты, потому что пчелки у меня добрые. Убираем поилки с водой и со сладким. Муравьи, конечно, меня достают. Надо делать подставку под улей. Еще и комары мешают жить. О, маточка вылетела. Полетела оплодотворяться. Открываем шуфлядку. У меня вот так сделано. Отодвигаем решеточку. Включаем лампочку. Не знаю, зайдет туда или нет. Да, почти угадал с размером. Ну и смартфон включаем на запись. О, забеспокоились мои пчелки-то. Ну что ж, поехали. Задвигаем. Пускай несколько минут побудет, и пчелки заодно успокоятся. Закроем шуфлядку. Вообще надо было дымарь взять, наверное. Комары, блин, тут у меня. Вот, в принципе, успокоились. Подождем. О, забеспокоились мои пчелки-то. Ну что ж, поехали. Задвигаем. Ну вот как бы вид изнутри, японский улей. Пчелы были заселены ровно месяц назад. И вот что они настроили. Пчел, конечно, много. Трудно что-то там различить, но в принципе можно. В
насколько я вижу, что построено 6 сот, немного так наискосок, как бы держится все это дело вот на этих палочках, которые вставляются в верхнюю часть корпуса. 7 корпусов у меня. И, судя по всему, они уже вот видно там как бы 2 палочки. В принципе, заполнили 2 верхних корпуса 600-ми. Корпуса внутренний размер 30x30 сантиметров, то есть по длине 630 сантиметров, ну и высотой 9 сантиметров, потому что доска 92 миллиметра. То есть 2 корпуса вот по 9 сантиметров высотой и длиной 30 сантиметров. 600. Вот месяц работы. В принципе, тяжело им пришлось, погоды нету, в основном дожди, только вот последние недели нормальное солнце, и они принялись за работу. А так, в принципе, день-два поработают, так что-то принесут, потом дождь, ну и сидят, кушают, естественно. Ну и вот КПД, естественно, маленький. Ну вот за последнюю неделю, видимо, прирост и получился. Слева видно, что еще вот просматривается верхняя решеточка, как бы место не заполнено. Непонятно, будет ли они достраивать левую часть еще одной соты, ну может быть 2 соты там коротенькую подделают еще, или будут просто двигаться уже вниз к следующему, третьему, четвертому и так далее корпусу. Через пару дней я еще раз посмотрю, если как бы слева не будет отстраиваться, а будет идти вниз, опускаться, то буду через неделю срезать верхний корпус. Вот как бы так. Thank you.
что, господа, я думаю, время достаточно прошло уже. Давайте вынимать камеры слежения. Сейчас опять забеспокоится. Открываем дверцу. Кстати, маточка уже вернулась назад, пока я ждал, стоял. Так, вынимаем телефон, отключаем видео. Ну и убираем беспокоящую их лампу. Задвигаем все назад. Да ё-моё, какие кусачие. Это я не о пчелах, а о комарах. Лето, конечно, ужасное по поводу комаров. Так, суфляточку закрыл. Так, тут у меня такая подставочка, на которую я кладу, вернее, ставлю поилочки. Так, это с водой. Это с подслащенной водой. Вот и все. Ну что, господа, как видно на видео, там все хорошо. Соты строят. Насколько я разглядел, 6 рядов сот. Сбоку, в принципе, достаточно много пространства свободного. Они решили, видимо, не заполнять. Это, ну, им указывать не будешь. Они лучшие строители, сами знают, что делают. Судя по речкам, вот этим палочкам, что у меня положены, у меня 7 корпусов. И судя по речкам, видно, что первые два корпуса, ну, верхние в смысле, уже в сотах. То есть практически уже дошли до третьего уровня. И там, значит, скоро делать. Я думаю, что я на следующей неделе, на выходных, буду срезать первый корпус. Первый корпус верхний. Я его срежу. Мед, конечно, пойдет в обработку. Ну и потом пустой корпус, очищенный, подставлю под низ. Под самый низ. Так что за месяц проживание в этом улье, они достаточно много сделали работы, с учетом того, что погода просто ужасная. Дожди, ветра, то есть они практически не работали. То есть день какой-то солнечный более-менее, они полетают, пособирают, следующий дождливый, сидят, кушают. Вот, и поэтому КПДшка достаточно низкая. И вот только вот как неделю стоит жара, солнце, и они работают достаточно усиленно. И сейчас все пойдет. Хотя через два дня, вроде как по прогнозу, дожди, причем каждый день. Но поживем и увидим. Может быть, этот фронт отодвинется. Пока все хорошо. Вчера полдня солнышко было, полдня поливало. Ну вот такая погода, не дают работать пчелам. Поэтому надо заселять другие улья, тогда будет побольше КПДшка. Завтра постараюсь сделать эту самую ловушку для роя из фанеры. И поеду, поставлю рядом с рапсовым полем на дереве. Выберу какой-нибудь дубок, пчелы любят дуб. Закину туда веревку с грузом, ну и за карабинчик подцеплю ловушку и затяну наверх. Ну и периодически буду приезжать проверять. Ну, в общем, все, на этом видео закончим. Обзор по строительству пчел. Месяц работы. Все, всем пока.